Домен – это действительно фундамент бизнеса. Пик регистрации красивых доменов в Zone.ru он кончился в 2006 году. Там, возьмем от 100 тысяч евро. В среднем месяц мы продаем там, от 10 там, до там, 40 доменов. Это уже не твой сайт. Соцсети – это для блогеров. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Александр Дроздов. Сегодня мы общаемся с доменером и предпринимателем Андреем Савельевым. В этом году регистратор домена РФ, основанный Андреем, получил аккредитацию в доменных зонах РУ и РФ. Поздравляем, Андрея. Сколько лет назад и почему было решено начать заниматься доменными именами? Александр, здравствуйте. Ну, спасибо большое за приглашение. Всегда рад участвовать на ваших мероприятиях, которые всегда интересные и полезные. Мне изначально эта тема была как-то интересна. То есть свой первый домен я зарегистрировал в 2003 году по теме пластиков. Вот. И потом начал как бы изучать поверхностно, читать про доменные имена, про интернет. Вот. Но начал заниматься в 2007 году. Тогда начал в компании «Руцентр» перехватывать домены. Вот, понятно, что это были какие-то точечные уловы, скажем так. Вот. Ну, а серьезно я вошел в сообщество доменеров, в доменный рынок в 2010 году с момента основания национальной кириллической зоны .рф. Тогда, да, я инвестировал существенные средства в аукционы, в покупку на вторичном рынке достаточно большого количества доменных имен. Вот. И многие мои друзья, знакомые там говорили, что я сумасшедший, инвестирую такие деньги, не пойми куда. Но уже через несколько лет пошли первые продажи, и многие люди взяли свои обратно слова. Вот, и зона показала, собственно, свою, скажем так, силу и то, что она имеет место быть. И стоит отметить еще, что некий пик регистрации красивых доменов в Zone.ru, он кончился в 2006 году, то есть я чуть-чуть опоздал. То есть если бы я заходил там, ну, 2004-2007, это вот такие три года, когда был огромный рост, и многие доменеры регистрировали много свободных, хороших доменов, там, в том числе и трешки. Я вот чуть-чуть опоздал на пару лет в этот пик. Вот, но зато хорошо зашел с 2010 года. Андрей, а почему тогда только сейчас, спустя 10 лет, вы решили стать полноценным регистратором? На самом деле решение, точнее желание стать регистратором было еще лет 5 назад. Вот, первоначально с 2010 года, когда начал заниматься доменами, это были просто спекуляции, это были покупки большого количества доменов и их перепродажа с большой маржей. Вот, после этого я начал задумываться, правильно, ну, домены оценивать и продавать их там по цене, ну, не по спекулятивной, а по той, по которой они с нашей точки зрения должны стоить. Вот мы занялись вот этой историей, зарегистрировали там юрлицо, домены РФ, начали уже делать сделки с большими компаниями. Вот. Ну и где-то примерно 5 лет назад возникла идея стать регистратором. Да? Но посмотрев на рынок в тот момент, нам показалось, что сложно было быть регистратором в полной степени этого названия, потому что становиться регистратором, ну, ради того, чтобы перехватывать домены, ну, в этом особого смысла нет, я не видел. Вот, и до сих пор не вижу. Вот. А в настоящее время рынок очень сильно меняется. Год назад еще он очень сильно стал меняться. Вот, есть на это ряд факторов. Вот, и мы год назад начали эту работу по становлению регистратором. И вот месяц назад как раз прошли аккредитацию. Андрей, у вас есть еще другой проект Plast.ru. А есть ли какая-то взаимосвязь между ним и доменной деятельностью? Взаимосвязь, конечно, есть. Даже домен plast.ru, он появился не просто так, а благодаря тому, что я стал интересоваться доменами. У нас раньше был другой домен, и этот домен мы получили там благодаря взаимодействию там с
другим доменером, там одним из самых больших, наверное, которые в топ-3 входят. Вот. И первый мой бизнес – это был пластики, как раз в 2003 году я им начал заниматься. Была такая ситуация, я начал анализировать конкурентов по пластикам, их тогда было не так много, может быть, там десятка в 5-6. И начал смотреть домены, и начал смотреть те домены, которые не продляют. И так получилось, что тогда один конкурент там уехал куда-то на рыбалку надолго, там на месяц, по-моему, или в отпуск, вот, и не продлил домен. Вот. А я тогда поймал этот домен, вот, но я более того, что поймал этот домен, да, я сделал не очень красивую вещь, я взял, клонировал его сайт один в один и только свои телефоны туда поставил. Вот. То есть сейчас я вспоминаю, конечно, это ужасно. Вот. Но тогда делал такие вот немножко радикальные вещи. И, собственно, этот конкурент приезжает с отпуска, видит, что на его сайте стоят уже не его телефоны, звонит на них, попадает ко мне и спрашивает: а скажи, пожалуйста, почему на моем сайте твои телефоны? А я ему говорю: это уже не твой сайт. Вот, и какую-то вот такую энергию мне дала та ситуация. Я начал потом уже очень глубоко ловить домены конкурентов, которые забыли их продлить. Вот. Ну и, собственно, эта история, она помогла пластикам. Да? То есть у нас был период, когда было достаточное количество сайтов, которые жили там своей хаотичной жизнью, они нам давали свой трафик. Вот. Потом был период у нас по пластикам немножко сложный, да, когда 17-18 год, а в доменах наоборот все было очень хорошо, и, собственно, я там закрывал дыры по пластикам, собственно, прибыли, которые получил с доменов. Поэтому тема эта, она взаимосвязана, одно помогает другому, и, собственно, основные домены в зоне РФ, которые я купил, их там достаточно большое количество, около там 5-6 тысяч, собственно, это на деньги, которые я выручил с темы пластиков. Андрей, какие перспективы у доменной зоны .рф? Почему она считается недооцененной? И, наверное, в роли регистратора какие у вас планы по ее продвижению, что ли? На сегодняшний день зона РФ действительно считается недооцененной, хотя она, с моей точки зрения, относительно стабильна. Особенно в небольших регионах она достаточно хорошо используется в наружной рекламе, на билбордах. Вот. Особенно вот недавно я был в Крыму, там меня поразило, насколько много рекламы зоны РФ. Недооцененной считается по ряду причин. Вот. Я назову несколько. Первая причина – это нежелание предпринимателей и, в частности, SEO-программистов, то есть SEO-оптимизаторов, которые занимаются продвижением сайтов, принимать эту зону по каким-то своим там внутренним убеждениям. Может быть, с пуни-кодом сложнее работать, может быть, еще какие-то причины. Вот. SEO-оптимизаторы, они действительно говорят, что зону РФ сложнее продвигать, и передают эту информацию, соответственно, своим заказчикам-предпринимателям, у которых оседает эта история, что РФ, он, не очень хорошо. Вот. Второй пункт – это, некий англицизм в крупных мегаполисах, там, в Москве, в Санкт-Петербурге. Там популярно все на английском делать. Даже, я смотрю, некоторые предприниматели делают российский какой-то стартап и пишут там все на английском. Я говорю: ребята, вы совсем, что ли, дураки? Для кого делаете? Для российских, вас клиент россиянин, вы там все пишете на английском. Это некая такая мода, популярность английского языка в Москве, в Санкт-Петербурге. Вот. Это не хорошо, не плохо, но в зоне .рф, несомненно, это мешает тут. И третья причина, я считаю, это отсутствие каких-то глобальных мероприятий по продвижению этой зоны со стороны
регистраторов, там, может быть, доменерского сообщества, игроков, которые вот, находятся на этом рынке. Потому что вот раньше, я помню, были классные мероприятия, называются «Доминины». Один из регистраторов его проводил, там, на теплоходе по всей России плавали. Вот, там собирались, сделали классные мероприятия, да, и в том числе про Зону РФ рассказывали. То есть была некая такая популяризация в массы. А сегодня, ну, посмотрите, даже вот взять фамилии, да, то есть мы оцениваем там фамилии по количеству ВКонтакте, да, то есть ВКонтакте смотришь, сколько фамилии, исходя из этого, там, понимаешь, фамилии популярные, средние или не очень популярные. Вот. Так вот, в РУ там все фамилии практически заняты, да, там, ну, редко что-то можно найти. А в РФ можно более-менее там, ну, свою фамилию найти свободную, если там до 5000 человек ВКонтакте. То есть такая она не средненькая, но чуть меньше средней, можно найти свободную. Вот, собственно, у нас, ну, достаточно много фамилий, мы их, ну, как бы скупили в свое время и сейчас тоже продаем их. Поэтому стоит обратить внимание на вбив в хуй с фамилию и посмотреть. Вот касательно мероприятий, у нас есть две очень классные идеи. Первая точка, у нас мы хотим 800 тысяч вернуть в РФ доменов. То есть это ряд мероприятий, то есть в течение там нескольких недель, может быть, месяца, которые с нашей точки зрения может вернуть циферку 800 регистрации. Второе мероприятие, оно уже более глобальное, оно уже рассчитано на 1 000 000. То есть мы хотим, чтобы через год с лишним в зоне .рф было 1 000 000 доменных имен. Вот. И для этого у нас приготовим некие вот там такое очень глобальное мероприятие. Вот. Для многих это будет даже сюрприз, и будет очень интересно. Вот. И обязательно о нем расскажу вот перед тем, как соберемся его делать. Сейчас не хочу рассказывать, чтобы не получилось так, расскажу, а там по каким-то причинам не получится. А вот по поводу SEO, то, что есть, ну, некие там предрассудки у SEO-оптимизаторов по поводу точки РФ, ну, вы с ними согласны или это скорее какие-то там больше надуманные вещи, не подтвержденные практикой? И да, и нет. Я сам, ну, не технический специалист. Они лукавят, да, поскольку есть примеры, когда РФ-ки хорошо очень продвигались, да, например, вот тот же люстра.рф проект, домен, который я продал, еще там ряд проектов. Вот. Но с другой стороны, я понимаю, что вот этот вот пуникод, он им где-то мешает, поскольку даже тоже одна из причин, почему РФ медленно растет, это Chrome, наш любимый браузер, который мы все пользуемся. Если мы копируем URL из строки браузера там, в блокнот или еще куда-то, копируется не домен, а копируется пуникод. Почти во всех других браузерах, там Mozilla, Opera, Internet Explorer даже, при копировании URL копируется сам домен. То есть не пуникод. Вот. А Google почему-то он не хочет это делать. Я несколько раз им писал письмо, но, ну, насколько я знаю, там создана там даже инициативная группа, которая работает с этим вопросом. Но Google это ничего не стоит, но почему он это не делает, мне непонятно. Ну и также, я полагаю, возможно, какой-то SEO-шный софт, также он заточен на то, что работать с латиницей, а не с кириллицей. Если там производители софта изменят эту историю, тогда я считаю, что SEO-шники смогут в равной степени говорить и про РФ, и про РУ. Андрей, было сказано про то, что в вашем портфолио есть в РФ-ной зоне достаточное количество фамилий. А если провести аналогию там, конкуренции, например, тех же соцсетей ВКонтакте против создания нового сайта, например, для микро- или малого бизнеса, какие будут преимущества все-таки для микро-малого бизнеса сделать свой сайт? Там, ну, на каком-нибудь конструкторе сайтов. Смотрите, здесь сегодня по количеству понятно, что соцсети опережают количество сайтов, но этому простое объяснение. Соцсети – это для блогеров, то есть те люди, которые там освещают свою жизнь,
там что-то рассказывают, пытаются, ну, какие-то что-то на этом заработать, либо продают там обувь, косметику, там и какие-то такие вещи спекулятивным образом. Вот для этого, да, достаточно Инстаграм, Фейсбук, можно там их продвигать, делать рекламу. Но если ты делаешь действительно бизнес в любом понимании этого слова, то есть там микробизнес, малый бизнес, то домен – это действительно фундамент бизнеса. Без домена вы дальше не сдвинете. Это и сайт, и электронная почта, и твое позиционирование в интернете. Сайт у тебя никто не отберет. То есть Инстаграм ты можешь раскрутить до какого-то количества, тебе его по непонятным причинам заблокируют, и все, до свидания. То есть ты, по сути, работаешь на птичьих правах, вот, и не имеешь чего-то свое, то есть это не твоя собственность, ты его не можешь продать, ты его там не можешь сделать на нем какую-то рекламу, вот, поэтому тут можно четко сегментировать. Если ты, ну, просто блогер, да, там, или продаешь там какую-то одежду, обувь, то есть у тебя нету штата, нету юрлица, вот, ты, да, тебе достаточно Инстаграма. Вот, если же ты, у тебя какой-то бизнес, ты хочешь делать, там, развивать, что у тебя есть штат, сотрудники, у тебя есть там какая-то стратегия, смысл, то, конечно, без сайта никуда не деться. Сайт – это основная точка некого там такого онлайн-таргетирования. Вот, если у тебя будет сайт, ты можешь в том же Инстаграме делать посты, но на картинке делать водяной знак адреса сайта. У тебя будет двойная реклама и в Инстаграме, и плюс трафик туда ты будешь вводить. Поэтому здесь для тех, кто хочет заниматься бизнесом, ребят, ну, без сайта никуда, иначе это не бизнес. Какие на вашей памяти были самые дорогие доменные имена, в сделках которых вы принимали участие? Можно, скажем так, поделить домены по нескольким категориям, но самые дорогие – это, там, возьмем, от 100 тысяч евро. После открытия зоны РФ через несколько лет мы продали аптека.рф. Вот, это, наверное, самый дорогой домен. Вот, также мы продали в 2013-2014 году достаточно дорого сауна.рф. Вот. В прошлом году мы продали пакет по сантехнике, сантехника.ру, сантехника.су и сантехника.рф предпринимателю из Перми, тоже достаточно дорого. Вот. Есть ряд доменов, которые мы продавали крупным компаниям, но которые... ну, достаточно радикально реагирует на освещение этих, да? То есть это, скажем так, продали достаточно дорого компании, которая занимается такси, и компании, которая занимается там платежными системами, достаточно крупная. Потом gen.ru, питерский предприниматель купил. Вот это такие домены, которые прям, ну, как я назвал, достаточно, ну, очень высокая цена. Вот. А домены, которые, там, ну, скажем так, от 20 там, до 200 тысяч рублей, такие сделки, они происходят несколько раз в неделю. Бывает так, что там, в неделю продается там, по 15-20 доменов. То есть в среднем месяц мы продаем там, от 10 там, до там, 40 доменов. Андрей, а там вот по топам, которые были названы в продаже, были, соответственно, ну, либо там, как вы сказали, пакет там РФ, РУ, СУ, либо только там один домен, например, в зоне РУ. А что касается товарных знаков, они как бы входили в пакеты, или же это уже была отдельная история того, кто покупал? Но мы продавали домены, которые являются сегментом бизнеса, например, аптека РФ, сауна РФ, и на них товарных знаков не было. Вот. По сантехнике у меня был тоже товарный знак, правда, по классу музыка. Вот. Я его тоже в свое время купил и вместе с этим пакетом продал. Есть такая история, да, что домен, который соответствует товарному знаку, его лучше там продавать там, до
там, 5-7 тысяч долларов. То есть дороже лучше не продавать, потому что у них будет тогда больше мотивации его отсудить. Вот. Поэтому у нас было, ну, там, около, там, наверное, 70-80 товарных знаков мы продали. Ни разу, один раз был суд, но мы на мировой договорились. Там просто попался юрист очень активный, да, и не получалось его обойти, выйти на коммуникацию с собственниками. Только после первого судебного заседания удалось выйти на коммуникацию с собственниками, где мы договорились на мировой. У нас есть там некая доп-услуга, мы всем владельцам товарных знаков, которые продаем домены, даем некий консалтинг. Где-то минут на 30, на 40, там, как домен не потерять, как его защитить, как там автопродление ставить и так далее. Поэтому они, ну, вместе с доменом покупают, ну, некую доп-услугу, такого, может быть, пожизненного бесплатного консалтинга, вот, поскольку имеют там либо мой телефон, либо моих коллег, и всегда могут звонить и консультироваться, задавать вопросы. Что касается методики оценки доменов на вторичном рынке, у вас есть определенная какая-то методика? Также была там некоторое время назад разработана в КЦ, да, соответствующий документ. Но, очевидно, они сильно отличаются между собой. Расскажите про вашу и в чем она кардинально, наверное, отличается от нашей методики оценки. Ну, наша оценка, она скорее больше построена на опыте. Она заключается в следующем. У нас есть там порядка 50 критериев. То есть и каждому критерию, ну, мы условно присваиваем некий вес. Вес присваивается, ну, там, как автоматическим способом, да, например, если это трешка, у него там, ну, и, там, да, нет, там ставится единичка. Если это там какой-то красивый домен, то мы смотрим, какое количество вхождений. Там, если не очень много вхождений, то там, ну, условно берем там, как за 100%. Вот, и если там сайт в зоне СУ, там, если сайт там в других зонах, то есть вот порядка 50 критериев, мы проставляем некие веса каждому критерию и в конце получаем некую стоимость этого домена, там, исходя вот из этой формулы. И второе, мы спрашиваем у сообщества доменеров, то есть берем срез по обратной связи у там 15-20 доменеров, профессиональных игроков рынка. Ребята, скажите, как вы считаете, какая это цена? То есть, например, с помощью вот этой аналитической истории мы получили там 1 000 000, доменеры там оценили в 2 миллиона. И мы скрестили эту историю, получили 1.5. Вот, и, собственно, этот домен стоит 1.5 миллиона. Вот, эта оценка, она достаточно объективна, то есть и цена, которая получается там аналитическим путем, она, ну, несущественно отличается от той цены, которую дают эксперты. Понятно, что она, эта оценка, не автоматизирована, то есть и автоматизировать ее можно, но сложно, мы пока еще эту работу не вели. Вот. Оценка, которую разработал координационный центр, да, там работы проделаны огромные. Я так кратко смотрел, там, по-моему, 50 или 60 с чем-то страниц, то есть очень большое описание этой истории. Вот. Но результат, честно говоря, меня... С результатами я не совсем согласен, да, поскольку я несколько доменов вбивал в эту историю по оценке, и программа показывала результат, ну, который в корне не соответствует действительности. Например, хороший домен, там, топовый, программа оценивала даже там, ну, на 2 порядка, на 1.5-2 порядка ниже, что не является действительностью. Поэтому здесь некий вот такой вот вердикт я хотел бы сказать. То есть в каких-то доменах, да, возможно, эта оценка работала, но на всех доменах, все домены, к сожалению, автоматизировать нельзя. Потому что, ну, даже такой, есть такой критерий, домен коммерческий или некоммерческий. Например, люстры.рф – это коммерческий домен, какой-нибудь там небо, небо.рф там, или листья.рф – это домены красивые, но не коммерческие. И
автоматизировать эту историю, чтобы программа понимала, какой домен коммерческий, какой некоммерческий, это, ну, с моей точки зрения, достаточно сложно. Либо нужно писать целую такую огромную бигдату, с каждым словом прорабатывать его, там, оценивать там, существительные, прилагательные, глагол присваивать веса. Но это огромнейшая работа. Я считаю, все-таки, ну, проще для какой-то локальной оценки использовать вот наш инструмент, который, ну, в принципе, он, да, затратный по времени, он где-то в среднем там 2,5-3 часа нужен на оценку одного домена. Вот, у нас есть такая услуга, мы берем за нее 7000 рублей. Вот, но он, скажем так, более приближенный к реалиям. А так вообще тема оценки доменов – это очень интересная, очень полезная история. Вот, мне очень хотелось бы, чтобы доменные имена были как активами, их можно было оставлять там в наследство, закладывать в банке, вот, получать за них кредиты. Ну, понятно, что это мечта каждого доменера. Вот, ну, в некоторых странах, там, например, в Дании, такая практика существует. Какие текущие тенденции, какие доменные имена сейчас популярны, может быть, какие доменные зоны? Тема с коронавирусом, она, конечно, дала некий такой толчок в регистрации огромного количества доменов с этими ключами. Вот. И нас эта история не обошла стороной. Мы купили домен Маски.ру, сделали там проект, но, к сожалению, на развитие его не хватило сил. Но, прежде всего, что силы все были брошены на создание регистратора. Мое мнение, что не нужно уходить, вот, следовать трендам, да, потому что мы видим, вот, все последовали тренду, купили маски там, по 25 рублей в Китае. Сейчас по 5 рублей продать не могут. Вот, убытки миллионы долларов. Тренд, я считаю, нужно входить прямо сразу, вот в моменте. То есть тренд какой-то появился, нужно входить в моменте. А когда он уже раскручен, все его знают, уже никакого смысла нет входить. Поэтому я считаю, все-таки нужно там заниматься любимым делом, то, что тебе нравится, а не то, что куда смотрят все. И тогда у тебя, несомненно, будет результат. Спасибо большое, Андрей. Спасибо, что нашли время.